чтобы качественно подготовиться к школе, Тимик взял вот такой вот список. А сейчас я выберу блокнот. А, нет, девчачий. Нам нужны обычные карандаши. Уже нашел. Торопись. Мало времени. Ребята, у меня проблема. Лизун в коробке разбился. Финал не поранен. Везет. Быстрее, беги! Всем привет, ребят! С вами Тимик 3-8, и со мной сегодня Британский Лев! И у нас Back to School Challenge! Ну что, начнем! Правила игры такие. Каждый выбирает свой цвет. Например, мой цвет настроения сегодня зеленый! Мой красный! Надо собрать как можно больше канцтоваров своего цвета. За 10 минут. А может, 10 часиков? Сойдет. А давай, хорошая идея, пошли. Чтобы качественно подготовиться к школе, Тимик взял вот такой вот список. Давай, Тимик, разворачивай. Что? Может быть! Цветная ручка, гелевая ручка. Корректор, маркер, точилка. Ну что, ты готов? Всегда да. Давай 5. Понеслось! Первое, что он нашел, это краски. А я видел другие краски. Вау! Так, у меня красный. А я пока, ребята, возьму дневник для рисования. Вот. Я вспомнил. Нужны кисточки. Точилка зеленая. Все, теперь я точно выиграл. А сейчас я выберу блокнот. Так. А, нет. Девчонки. Сейчас я пенал пойду возьму. А я уже нашел. Блестки. Такого нету, но я возьму. О, надо себе бутылку надо в школу. Да, на уроке надо пыты. Вау, посмотрите, вот эта бутылка. Мне нравится. Ну, вот там точно должен быть зеленый. Считается. Где красный? Хам. А, вот красный. Треплет. Хотя пойду... Ай, не буду отлаживать, все равно надо. Нам нужны обычные карандаши. Уже нашел. Торопись, мало времени. Я готов к школе. Осталось 9 минут. Разноцветненькая ручка. Акриловые краски. Точилочка. Ну, Тимик, я думаю, у тебя уже шансов нет. Значит, нужен красный. Зачем тебе блестки? Непонятно, что может пригодиться. Не отказывай ни в чем себе. Может быть, плохо сдал экзамен. Стресс. Так что предлагаю вам взять лизун. Папа еврей, мама китайка, а я не получился. На каком это канале? На каком? Тимик пишешь, а потом 3-8 ставишь. Тимик? Вот и наш подписчик будущий. Я потом вам расскажу, какие здесь лайфхаки. Первый лайфхак. Если вы написали неправильно, это ручка-стирачка. Обязательно покупайте и стирайте. И меня учителя ни в чем не подозревают. И я стер ручкой-стирачкой. Рекомендую. Я подписываю бананы, чтобы в школе не съели мой ланч. Если вам вы не хотите перепутать книжки, посмотрите, сколько мне книг задали. А чтобы не перепутывать, вот как мы сделаем. Оранжевым я буду отмечать
Это можно, когда хочешь. Завтра я буду отмечать желтый. Готовимся к школе челлендж. Мы надеемся, что оба справились. Дайте. А теперь идем проверять. Вообще-то победила дружба, нету победителя. Мы но мы покажем, что мы купили. Смотрите, Бэтмен желтенький. Вот что я купил, ну вы видите. Вот такая вот шпаргалка у меня есть. Ребята, у меня проблема, лизун в коробке разбился. Крышка слетела. Тимик, поможешь или нет? Сейчас я ему быстро здесь... Все достану, пенал не поранен. Везет. Весь лизун вытек. Стоп. Перемотаем немножко. У него букет и у меня букет. Несравнимо как-то. Мы думаем, что готовы уже в школу. Да, Тим? Да, и вот это учительница. Не забывайте, когда идете в школу, цветочки. Подписывайтесь на канал, ставьте лайкосик и всем пока-пока.